Прием еще не начался, а Татьяна Анатольевна уже на месте. Готовится встречать пациентов, приводит в порядок документацию. В Одинцовской больнице она работает с 1973 года. Пришла сюда сразу после окончания Киевского мединститута. 45 лет проработала участковым терапевтом. Последние 3 года трудится доверенным врачом. Лечит сотрудников больницы, принимает постоянных пациентов, консультирует пришедших на вакцинацию жителей. Вы продолжаете соблюдать все меры безопасности, защитные, конечно, да? Конечно. Все меры продолжаете, потому что иммунитет иммунитет формируется через 42 дня после прививки. За допуском к вакцинации на прием к Татьяне Анатольевне сегодня пришел и ее коллега Михаил Николаевич. Он высоко ценит ее знания, опыт и профессионализм. Татьяна Анатольевна высококвалифицированный специалист, поэтому здесь вопросов быть не может. Полное доверие и взаимопонимание. Да, опыт, профессионализм, конечно, здесь все есть. По мнению доверенного врача, лечить медиков, как и своих родных, намного сложнее, чем простых пациентов. Если в случае с близкими на первый план подчас выходят эмоции, то с коллегами нужно обладать даром убеждения, а иногда и соревноваться в борьбе интеллектов. Сложнее с медиками работать, потому что медики, они сами врачи и сами знают, что им надо, и иногда приходится убеждать, что именно это им надо, а не что-либо другое. Раньше, после приема в поликлинике, Татьяна Анатольевна бежала по вызовам к своим пациентам на дом. В день таких могло быть и 50. В этом одна из сложностей участкового врача-терапевта. Медицина – это такая специальность, при которой ты себе не принадлежишь. Ты принадлежишь людям. И, конечно, меньше времени остается на семью. Это однозначно меньше времени. Потому что ты все время востребован, и к тебе обращаются в любое время суток. И ты в любое время суток должен прийти на помощь. Сейчас работы у нее тоже немало. На дом к больным она уже не ходит, но ежедневно принимает около 50 человек в первой поликлинике. При этом о выборе профессии Татьяна Анатольевна никогда не жалела. Удовлетворение, которое ты получаешь после того, как ты вылечишь больного, оно очень большое, да, и его как бы ничем не сравнить. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».